should do it, and to continue the conversation that I'll be having. Right, we're gonna bring our other people in now. I think we have these things to our two guys about that. Yes, I think must be good. Отбывается закон неприятности или четвертый закон Ньютона. Обязательно в ответственный момент что-нибудь. Sometimes, you know, things happen and they call it the law of unpleasantness or the fourth Newton's law, that something unpleasant is going to happen. Давай поздравим, а? Я поздравляю. Я хочу вас поздравить. Thank you for your participation. This happened after you got And I'd like to shake your hand too, Mr. President. Thank you. My boss points me around in the direction of that. This is our common achievement. It's all right if you, Mr. President, Mr. General Secretary. The group is large enough, yes, so that I think we should probably move into the cabinet. A group довольно большая, которая будет участвовать на данном этапе. Yes. Кабинета министров. Познакомимся еще с одним кабинетом. Yes, and I will see another room here at the White House. Надо знать, чем мы тут располагаем. I have to know what your facilities are. Secretary, I think whether we take up where we left off or not, I defer to you as our guest. Yes, I would like to Господин президент, я думаю, вы так же чувствуете, как и я, и мои коллеги. После того, когда реально мы вышли из подписания договора по российской средней дальности и взялись за ключевой вопрос наших отношений, за проблему сокращения стратегических вооружений. И вокруг нас, и вокруг вас все больше беспокойства, вопросов относительно общих, обычных вооружений, химического оружия. Эти вопросы сейчас как-то обострились и вышли на первый план. Я не драматизирую эту ситуацию.
И не думаю, что это свидетельство того, что кто-то упал в панику. По-моему, идет процесс осмысления. Что же произошло? Как дело обстоит? Не нарушает ли это равенство, равную безопасность, баланс? Мне думается, что все это законные вопросы, оправданные вопросы. И, как мне кажется, как мы чувствуем в Москве европейцев, они надеются, что мы с вами договорились по проблемам ядерного разоружения. Мне кажется, что мы могли бы об этом кратко обменяться и тоже дать поручение нашим группам, чтобы они могли уже в более детальном плане поразмышлять над этим вопросом. Я позволю себе начать изложение вопроса об обычных вооружениях с того, что вспомнить, как мы начинали процесс ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вот вы сегодня напомнили, что вы когда-то выдвинули нулевой вариант. Я так и думал, что вы скажете, что потом советские присвоили его себе и выдали за свою инициативу.